иду встречаться с рыськами. Котятки еще на месте, но скоро их уже заберут. Там сейчас решаются с даты вылета. Так что скоро девочки останутся вдвоем. Они уже от котяток, мне кажется, устали. Мара, ты же моя красавица. Девочки мои, пупочки мои. Свалите меня. Свалите меня, девочки мои. Любимые мои. Ой, кто у него уже под юбку залез? Котята, котята идут. Ой-ой-ой! Вы же мои красотки! Ой, котятки, котятки идут. Привет. Не бойся, привет. Ой-ой-ой. Ой, котеночек, такой хороший, ворчун. Кошки, ой, мои же вы хорошие. Пусть побегают, погуляют. Котяточки такие длиннолапые. Бегают. Велосипедами уже становятся. Боже мой, как быстро растут и меняются. Мамок уже явно... Ой, подушки по подушке. Друг на дружку все лезут. Красотка. Как можно быть такой красивой кошкой, ласковой? Папа. Ты тоже очень красивая. Папа. Какая палка? Это. Ну иди сходи, возьми. Что за неугомонный кот? Вечно нужно как-то вылезти и залезть. Давай лишь кисточку. Иди куда. Другую вещь тут у меня в ногах. Эй, мяу. Что ты за прилипала такой парень? Другой? Да. Эй, Годой. Сейчас тоже побежит. Годой. Кто я? Кто я? Угу. Да, другой. Да, Катя, Годой. Кто я? Идем. Куда вы идете? Давай. Ну, он не хочет травку есть. Он, видишь, вообще не сильно рад нас видеть. Шипит на нас. Не хочет он травку. Почка, ням-ням. Ой, Гудой. Пойдем. Алис нам не хочет. Ой, тут все собрались. Котятки, рысятки. Мама, что ли, залезала тебя мокрая? Mm-hmm.
Ой, повторяет, повторяет сразу. Такие они сейчас смешные, вытянутые велосипеды. Вот у всех есть такой период у рысят, когда они такие прям худыми становятся, высокими. Лапы высокие. Умочка, ты ко мне сюда? Видишь, все-таки разные котятки. Смотри, сколько Умкин светленький такой. И Ханина девочка, она больше такая, ну, мужика похожа, чем он на мужика похож, да. У нее прям такая строгая мордашечка. Ой, да, какая строгая мордашка, да, какая строгая. Нас только что понюхали. Сейчас хотят ударить. Чего ты на Умку-то ругаешься? Она просто к тебе подходит. Ой, какие. И сейчас без присмотра вообще на прогулке не оставить. Обезьяны вон лазают, как непонятно кто. Просто реально как обезьяны. Через каждую щелочку пытаются пролезть. Мамку. Ой, смешнульки какие. Анечка уже почти вся обросла, молодец. Ну вот грудь у девочек уже восстановилась. Я смотрю, ее Ханы и Умки, и даже, ну, в норму стали они такие приходить, набирать чуть-чуть вес. Видно, что уже все у них самоотлучение произошло, они уже не кормят. Ну, красоточка моя. Умка, воспитатель, просто постоянно заваливает ребенка. Такая строгая очень мама она, деспотичная. Чуть что не так, сразу лапой к полу. Ханна такая прям понимающая, ласковая, аккуратно все. А Ума сразу, чуть что не так, лапой к полу. Подружки две. Ты же устали, мы уже. Ничего, скоро уедут. Буквально несколько денечков потерпите. И уедут. Пузико мое. Ты пузико мое. Видно, что еще все равно они лезут к соскам. Лезут. Кормить-то перестали, а к соскам вон лезут. Видно, что обжмаканные все. Обжмаканные. Кошка обжмаканная, да? Ой, сейчас свалишься. Осторожней. Ой, на мамку налетели. Проверяет обувь мою на прочность. А кто-то белье. Любовь какая-то. Для счастья на самом деле надо. Просто котика за нос потрогать. Как мы много каких-то счастливых моментов в жизни не замечаем. Тупо не замечаем. Классно, котика за нос потрогать. А он в ответ боднет.